Криминальные авторитеты выступили против главного вора в законе Азербайджана. Группа воров в законе из Азербайджана начала вытеснять главного криминального авторитета страны Надира Салифова, известного как Лотугуля, с его объектов в России. Ему также поступили претензии и угрозы, пишет Райсбалт. По информации издания, против Салифова выступили Рафик Айвазов, Рафик Массалинский, Джавид Мамедов. Да, так Джабединский, Эмин Ахмедов, Эмина Джагабульский, Джихун Аскеров, Джихун Генджинский, Заур Шипилов, Заур Нахчеванский, а также Али Гейдаров, Альберт Рыжий. Как сообщают источники, у выступивших против гули криминальных авторитетов имеется серьезная финансовая поддержка. Отмечается, что торговцам на российском рынке подконтрольным этой группе, дали указание препятствовать работе продавцов, сотрудничающих с Салифовым. Всем им прямо говорят, что ситуация улучшится, только если они сменят покровительство Гули на покровительство оппозиционеров, рассказал собеседник издания. Кроме того, сообщается, что противостоящие Гули в законе высказали ему ряд претензий, а его заявление о том, что группа криминальных авторитетов не является ворами в законе, и о нападении на Рафика Масалинского. В случае необходимости Салифова обещали спросить в Дубае где он находится в настоящее время. На сегодняшний день Надир Салифов считается одним из самых влиятельных воров в законе и возможным претендентом на лидерство в преступном мире России. В марте 2019 он покинул Азербайджан и отправился в Дубай. В ОАЭ находится Центр управления группировками Салифова, действующими на территории России.